А сейчас мы открываем 2 Эзрас, глава 14, стих 34. Поэтому, если это так, что вы покорите свое созвенное понимание и исправите свое сердце, вы должны остаться в живых, и после смерти вы получите милость. Еще раз. Поэтому, если это так, что вы покорите свое созвенное понимание, если вы можете, и не можете, если вы покорите свое созвенное понимание, какое понимание? Понимание, которое у нас было раньше, когда мы были в христианской церковь. Или что вы думаете, Иисус сказал раньше? Библия сказала нет. Тебе надо научить эти все понимания, которые вы получили раньше. Сейчас Бог есть новые понимания для вас. А как вы можете это понимание получить? Как вы можете получать эти понимания? Сейчас мы открываем книга Псалом или Псалтир, глава 111, стих 10. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех. Еще раз. Разум верный у всех. Очень хорошее понимание. Очень хорошее понимание о всех, исполняющих заповеди Его. Исполняющих заповеди Его. Значит, что очень хорошее понимание вы будете получать, если вы будете сделать все Его заповеди. Очень хорошее, не сказал просто понимание, сказал очень хорошее понимание. Вы можете или вы будете получить, если вы будете сделать все Его заповеди. А вы видите, как все мечтаем от Библии. Это около Его заповеди. Если вы хотите получить очень хорошее понимание, надо еще раз, надо сделать Его заповеди. И все. Пункто. Еще раз. Поэтому, если это так, что вы покорите свой созвенное понимание, покорите свое созвенное понимание и исправите свое сердце, вы должны, не может быть, нет, должны остаться в живых. И после смерти вы получите милость. Сейчас мы открываем книга Притчи, глава 3, стих 5. Это то же самое, что мы уже сейчас читали. От 2 Эзрас, глава 14, стих 34. Книга Притчи, глава 3, стих 5. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Еще раз. Надейся или надейтесь на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И не полагайтесь на разум твой. Не полагайтесь на разум твой, не полагайтесь на понимание своих. Не полагайтесь на разум своих. Надо сделать Его заповеди, если вы хотите получать все хорошие понимания от Его книги или от Библии. Надо сделать все Его заповеди, и все. Дальше.
Сейчас мы открываем. На сегодня тема. Сегодня тема. Рождение свыше. Сейчас мы открываем. 1 Петр. 1 Петр. Глава 1, стих 22. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. От чистого сердца. Любите друг друга. Мои люди, мои израильские люди, черные люди, мулатые люди в русскоязычной стране. Любите друг друга от чистого сердца. От, как Библия сказала, не как вы хотите. Нет, не полагайтесь на свой разум. Сделайте эти все, как наш Бог сказал, мы можем любить друг друга. Что эти все будут, что очень чисты перед Богом. Любите друг друга от чистого сердца. Дальше. Стих 24. Нет, стих 23. Как возрождение не от тленного семени. Как возрождение не от тленного семени, но от нетленного семени, но от нетленного семени, от слава Божия, от слава Божия. Вы можете быть рождены свыше только от слава Божия. Вы будете быть новый человек только от слава Божия. Вы можете быть великим в Царстве Небесном, если вы будете все, Он сказал, если вы будете сохранить все наши Бог слова. От слава Божия, живого и пребывающего во век. И пребывающего во век. Еще раз. Вы можете быть чисты. Великий в Царстве Небесном. Рожден свыше. Если вы будете делать все его слова. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons.
IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.